Надо, наверное, пересесть на место водителя. Я за водителем. Значит, другую садись. Да вы мне забагали что-то. Пацаны, красиво едем, колонна. Засранцы, забагали кральку. Так по правой стороне едьте, меня кричали, что. Справа моба можете залить, пока все вместе тут. Сейчас с Дианом приедем, тебя высадим. Погнешься, зайдешь. Пока ничего не делай. Сиди пока. Уже поблизости ремонтной станции. Если вы заедете на платформу, ваша боевая машина будет открыта. Мак, можешь Альтер 4 прожать. Тревожница. Давай вылез, меня суманули. Все, мы у босса тут почистим, платформу засуманимся, начнем. Мы сразу на робота пойдем. В конце там этих. Сокрыл и Сербиан. Как, Войт выбил Триню? С этого, с огненного? Да, да. Ильнура знаете все? Герой? Знаю. Да перестаньте! Против вроде будет. Он же с нами шел за половина. А я же сам хочет пойти с нами. Просто мало ли, если только... Быстрый. Только босса не запускайте. Двух толстяков там у ворот не трогайте, а средних и маленьких сливайте. Негрики большие главное. Че, давайте назад в портал уходим. Сейчас досуманим всех и начнем. Бля, а что проехать? Проехать не могу, упираюсь как-то в чё-то. Вот я тоже. Так не чешков. Суманьте всех, ребята, в рейд плюсуйте. Кого там засуманить, надо будем начинать. 2 минуты вам на сумон. Мне надо конский лохнуть минут 5. Он по-клонски, что там один с вами, едьте вперед. Слышишь, Саш? Саша. Че? Да. Ей надо комп лохнуть минут 5. Давай без тебя пока убьем этого. Ну, окей, уходи, Слава. И пешком по-клонски. Пешком тоже не пускай. Волкер, тебя только ждем. Подходи там к порталу и тыкай на плац там или... А, второй или третий портал, не помню. Тебя при сумане ножишка стоит. Короче, ребята, главное в разрушителе садитесь по два и в осадку. Тыкайте. Посмотрите сейчас, кто в разрушителях сидит под мини-картой. У вас у всех должен быть закрытие. Определяйте сами. Чука на ФК на готовность. Смотрите, чтобы разрушители были на полной были. Я проще сделаем. Вылезьте все с разрушителей вообще прямо сейчас. И плюсуните, кто в разрушителях будет сидеть. С осадки с разрушителей вылазьте. Так, я поставил квадрат. Вуди, садись первый в квадрат. Иди садись первый, Кригер. Иди в квадрат садись, будешь водила. Да-да-да, вот прям перед тобой, ага. Садись. Все, и едь туда на центр, типа ты готовый. Кружочек. Кто в кружочек полезет? Саня, тряси или кто? Залазь. Все. Кто в кружочек полезет, водила, без разницы. Плюс кто-то поставьте и лезьте в кружок. Максимус. Если хочешь, иди в кружок из вас. Я тебе объясню, что там делать. Всем здорово, здорово. Привет, привет. Что туда можно сесть? Так, сейчас объясняю. Вот треугольник, трусы зеленые. Есть кто-то тут, нет? В машинах? Макгрегор, садись и в пушку сразу передавать.
пушку залазь. Угу. Матанга, иди сюда. И залазь в трусы в зеленые, Матанга. У нас последняя разрушилка осталась. Он фиолетовый. Эдмур в пушку садится. И последний человек, Джесспанк. Слышишь, Рок? Да, слышу. Все, сейчас он сядет, Эльнур пересядет, и ты залезешь. Все, залазь туда. Все, вот теперь 4 разрушителя, едьте в центр, только близко туда не подъезжайте. И попробуйте свои билки у всех, там все активно, все нормально. Следа туда. Так, все отлично. Дохожу, подождите секундочку. Так, по классу один разобрались, нет? Планская юна. Так, поклонский, все. Да, все, теперь давай, садись. Юна, залазь. Куда сесть можно? Подождите. Все. Что свободное? Сейчас объясню. Так, смотрите. Что свободное? Разрушители у нас все комплектованы. Смотрите, теперь из осадок все вылазьте, абсолютно все. Сейчас посмотрим, где места есть. Сейчас, вот. Я... Вот в треугольнике, это, пушку надо кого-нибудь. Вот в треугольник, шурупец, садись в треугольник и пересаживайся в пушку, там под мини-картой, увидишь машину свою. Все, и жрец подает, ты туда водила, и кто готов, туда подальше в центр едь, я на черное пятно вон там. Чего? Кружочек, Шанон, если хочешь, излазь в кружочек, в осадку. Так, все, отлично, кружочек, вперед, проезжай. Так, Дотти. Сейчас я посмотрю. Я в ромбик пушки сел. Ага, все, Дотти, залазь в ромбик, будешь водилу там. Ага. Сейчас квадратик посмотрю, кто там у нас. Квадратик пустой. Ему места не хватило, кто не знает, что делать и куда залезть, и плюсуйте в рейд. Я вам объясню, что делать. Этот, я впервые в основной пульке сижу. Какие кнопки жмякать? Сейчас я все объясню. Просто в основном колчана надо. Так, я надеюсь, вы не чинились. Если кто-то чинился, напишите там в рейд. Попробуем очевку сделать на лайт-режиме. Так, Волкер, смотри, садись в синий квадратик вот в осадку. В осадку садись. Ты там один-единственный будешь сидеть. Так, сейчас я посмотрю, кто у нас еще. Жека, Дуду, ты тут? Женяк. Нету его. И кокосина нету. Птичек, он пока на перенес. Сразу убить. Все равно можно убить в 2 разрушителя без даже всяких осадок и всего прочего. Так, короче, он летаем и Шеном. Поехали, пока мелкий трэш зачистим. Матанга, что ты тут лазишь за трек? Давай, садись ко мне, садись. В квадрат. Садись и в пушку пересаживайся, Матанга. Уже забагался Матанга, смотри, прямо сейчас, короче, жми Alt F4 и в игру пока не заходи. Я покажу, как зайти. Поехали, трэш чистите там в центре. Шим не дайте подойти к вам, отталкивайте их. Смотрите, кто в разрушителях в пушках сидит. Кто в пушках сидит, еще раз повторяю, вы на протяжении всего боя сверху колчедан разбиваете. Прямо сейчас уже ящички эти разбивайте на цифру 2. Снизу будет жидкий колчедан. Водитель в разрушителях и кто в пушках в разрушителях сидит, вы свою машину тыкайте, запомнить цель. Косин, садись в этот, в четверг сейчас приеду. Тыкайте в запомнить цель и пополняйте колчедан на цифру 3. Это кто в пушках сидит в разрушителях, когда у вас 50 энергии останется. Еще раз, кто в пушках в разрушителях сидит, на цифру 2 ящички подбиваете и пополняйте колчедан. Кокосина, садись ко мне, слышишь? Вот мотик перед тобой. Все, остальные осадки, ваша задача каз сбить. Кто в пушках в осадках сидит, когда машина подъезжает к боссу ваша, вы прожимаете на цифру 3 щит. Ну сядь ты, ё-моё, в мотик уже, Кокосина, алло. Видишь перед тобой синий квадратик? В осадку вот садись, он летает, садись в осадку, в кружок, садись.
Ну сядь, сядь ты в квадрат в синий. Слышишь, я рядом с тобой бегаю. Давай быстрее. Ну садись. Наконец-то. Он летает, жми F4. Выходи из игры прямо сейчас, я не заходи в игру. Босса убьем, тогда зайдете. Раз на пока чекаю, сейчас босс выйдет. Все, разрушители, кто водила, кто управляет, на цифру 2 просто колчедан стакаете и ездите там, где снизу вот жидкий колчедан разбит. Все, бейте босса уже начинайте. Осадки, ваша задача каз сбить. На протяжении всего трая подальше от босса бегайте. На максимальном рейнже, не подъезжайте к нему. Таймер, я говорю, выйди. То в пушках, в разрушителях вы поднимаете жидкий колчедан снизу. На цифру 3. Там радиус, по-моему, 20-25 метров. И постоянно старайтесь максимально далеко от босса ездить. Сверху очень много. И много колчедана. Вверху не разбитого. Подбивайте. Разрушитель, вот Макгрегор, жми ускорение. Трусы, жми ускорение скорее. Делать. Пойдем. Сейчас поставлю, не выпади босс. Кому? Шейку сразу рольте. Я вам 5 секунд даю на ролл. Сейчас упадем. Левая рука. На друида помпан. Ну это максимально на ШП, наверное. Или на лока. Здесь у нас два танка будет. Войт и Поклонский. Войт на боссе. На трэш, пойдемте на робот. Делаем лайт режим. Так, Матанга, заходите, ребята. Че, мобов не надо бить? Мобов тут не бейте, не надо. Ставь шкаф, присуманим. Нахрена вы это делаете? Не бейте тут мобов. Ну завтра, и теперь надо убить. Танго, заходи. Пафка пока не раздавать, сейчас пол один прижим. Пафа мы начнем. Так, смотрите. Поклонский бафой. Паладинов много, бафай прото. Так, Матанга, бафаешь каски. Саня, тряся, бафаешь кресты. Баф на кулаки по рейду. А, Саня, слышишь? Тряся, раздавай тогда кулаки, я кресты раздам по всем. Так, Матангу засунуть и будем начинать. Бафы пока не давайте, подождите. Скупо пристан. Здесь на коня мотан. Там я не помню какой портал Матанга. Кузня там какая-то. Я сумань у тебя, Матанга. Принимай сумань. Ага, вот ты покупатель.
Сейчас он добегает, в бою его пробафаете. Пусть добав ему дадите лапу инту. Так, Славик, ты на боссе. Поклонская, ты будешь на трэше. Давайте поехали. Давайте поехали. Ломает режим. 70% до 75. Босса сливал, вылазит сердце. Темнометка Максимус, выбегай с рейда. Выбегай с рейда далеко. Ты хватит, стой, успокойся. Смотрите, напоминаю, сейчас сердце влазит к темной метке из рейда, со светлой остаетесь. Сердце до 50%. Потом играете в трэш. В трэш сразу не врываетесь. Барахлоботы там пойдут, штурмовые роботы. По них сразу врываться не надо, поклонский заберет тогда. Вот справа, сзади. Трэша много, поклонский забирать. Бейте сердце, не бейте, играйте в трэш, прямо сейчас уже. Бейте, не бейте сердце. Давайте трэш. Хламоботы под боссом, ребят. Бейте. Трэш из босса. Женек, Дуду, ты пришел? По-моему, снова сердце вылезет. Он также до 50% сливаем и трэш. Блять, кто вдали, кто вдала ранее, знаешь, как четко хилить мне? И трэш, играйте в трэш. Сразу не врывайтесь. Дайте танк на отрыв. Босс появится 1%. Бейте босса, забейте на трэш. Давай пойдемте. Портал вести будет. Коня греть никого. А с разролем я скажу там, как трэш агрить. Не агрите никого не надо. Время терять потом на бафы. Да, да, фасран. Колечко там на милика. Рольте. 3 секунды на ролл. Киньте кто-нибудь. Можно ролить просто, я по дизе потом. Я полечу, короче, конецкая. Кому нужна? Блокер. Акаюна. Забирай. И сверху, ребят, забирайте. Рольте все. Там, если что, помогайте мне. Юна, по-моему, выиграл. Смотрите, Славик. Справа ремонтник стоит, сейчас метку ему дам. Просто на максимальный рейндж выходишь и хваткой его тянешь сюда в рейд. Все, больше ничего не надо делать. Давай, забирай его. Слонский, а ты тут стоишь. Рядом с нами играть и в ремонтника все точечно. Слонский, вот этот трэш забирай на себя. Отлично. Теперь этот трэш дольем, Макгрегор, тебе персональная задача. Трусы, короче, притянуть после этого трэш. Хорошо. Поврать сюда. Ты поклонский стан дашь ремонтнику. Ты играть точечный ремонтник. Перейдите потихоньку уже на следующий трэш. Давай там. Клоныч,
Готовься, я сейчас приведу моба. Под ноги все на стоят. Там как ребро бьем. Прикрив второго моба цепляю. Большого такого. Рослого, да? Да-да-да. Далеко. Ну, тут по стеночке слева беги, там нажми, прибеги. Кстати, тут сейчас танк приведет. Следующий. Шурупец, есть у тебя этот танк или ни к чем? Славик, вот иди сюда. И делаем все точно так же, хваткой на максимальный рейндж. И все точно в ремонтника. Молодцы. Макгрегор точно так же. Трусы тянешь хваткой. И все играем в трусы точечно. Поклонский, а ты весь остальной трэш. Идемте налево сразу. Хан-стайл врубай. Шурпец, спекнись в портовары. Ребят, есть у кого-то ДЦ или хаприст в рейде? ДЦ есть. ДЦ есть. К вам сейчас? Дотти. Сейчас вот, вот бой спал, спекайся прямо сейчас. Сейчас. Спекайся. Смотрите, делаем все как обычно, хардмод режим. Убиваем рослого, сталилома последним. И, короче, три метки. Шурпец, спекайся. Ты будешь танчить мелкого, синий квадратик. Так, Славик, ты попрофитнее, ты кружочек на себя заберешь. Старайся лужу, короче, разлить. Вот где сейчас сталилом стоит. Примерно в центре. Все, и там поставишь, чтобы милики потом доставали тоже до него из лужи. Ну, короче, шаришь, да? И поклонски ты танчишь, короче, сталилома, самого последнего. А по какой очередности будем бить? Смотрите, бьем сначала квадратик, самый мелкий, потом средний, потом большой. Сейчас в рейд напишу, чтобы проще было ориентироваться. Все, бафы, смотрите, кому чего не хватает. Напоминаю, у нас перекамка сейчас. Они все в первой пати. Сейчас я поставлю. Так, сейчас кто еще танчит? Смотрите еще раз. Самого мелкого брундир. Танчишь шурупец. Шурупец твой квадрат. Славик, ты танчишь кружок молгеем. Поведешь там к луже, короче. Ну шаришь, чтобы мелки доставали. А самого большого русского танчит поклонский. Поклонский твой треугольник. Сейчас вот Джека зашел. Женек, слышишь? Дуду? Ты, короче, в ШП будешь? Ты в ШП? Хорошо. Спек у тебя готовый? Уже спекнулся? Ага. Да, я готов. Я статичек. Дай себе каску лапу. Каску лапу там дайте, понятно. Тебе крест пахнул. Вот, у нас все готовы, сейчас вперед идут только танки. Хилы хильте очень хорошо. Идите, забирайте танки. Только танки идут. Идите, хильте, все, давайте РДД. Играйте в мелкого. Че, хэм делаем? Да. Можно все старайтесь косты там сбить. Давайте
все в синюю лужу. Как раз он тут удобно ходит. Дымашки из него. Ну, разолей ману Пейперу, пожалуйста. Бэра его стрельнул. Хватит мелкого. И в среднего играл на гейме. Короче, ребят, набирайте уже прямо сейчас рейндж. Набирайте, набирайте, очень важно. Поклон скадаш, саку в рейд. Спасибо вам. Набирайте прямо сейчас рейндж. Расходитесь. С желтой лужи надо будет максимально быстро уйти. Уходите. Уходите. Прохилите. Клонского хилите. Клонского. ШП заходите в синюю лужу, вы там сами себя отхиливаете, у вас очень много урона. Так, ставь тотем прилива мана, доти читай на ману. Передать. Yeah. И все по клонскому. Все хилы. Шаманы рейди. Желаете знать, что скрывает Ульдуар? Я покажу вам. Иди на Калагарна. Вот на самой последней лестнице останавливайтесь, Хант ставил рубай. И стойте там в комнату, чтобы там не заходите. Следите, чтобы к боссу близко не забегали. Лес рольте. Кисти рук, ладно. Машина про товары. К чему отдал? Вроде я иду ручку. Ключик к ней не вижу. Сферу рольте все. Рон трема, да. Кожаный. Ставьте там шкафчик, засуньте меня. Покер, слышишь, я тебе дал этого. Ответственно за добычу забери, попробуй. Диск этот. Или что там? И сумонте он летаем, Пекер и Влокер. Присумонте туда к боссу. Вам начинать фиг. Так, возьми Лафорца к нам в рейд, он пишет. Смотрите, у нас Only Time, Волкер. И пока. Вот этот Хантер Бахус.
Связь кто-нибудь не имеет? Игорь. Окей. Смотрите также Кританка, Шурупец, Войд и Поклонский. Поклонский, ты первый начнешь? Тут без смертей вряд ли получится. Босс багнутый, криво работает. Ну, либо в 4 протопаладина делать, как и Торима. Танки на всех. Это кто говорит? Макгрегор? Это Макгрегор говорит, да? Да. Ну, спятнись давай, попробуем сделать без смертей. Всё, больше не дам. Передай мне ответственность за добычу. Теперь смотрите, короче, попробуем бессмертие сделать, 4 танка есть. Объясню суть. Смотри, Поклонский, ты танчишь первый. На тебе, скорее всего, сразу сработает ревностный. Так, потом танчишь Славик, ты. Вы танчите по дебафу. Все танки, берите, пожалуйста, босса, вот этого Калагарна, в запоминание цели. Как у действующего танка остается мало хп, следующий танк ты должен максимально быстро реагировать и буду хилить. О, Пеппер! Ну-ну-ну. Подожди, плюс это. Плюс маленький, поставьте шкаф. В общем, каждый действующий танк и последующие должны ориентироваться очень хорошо. Если у действующего танка мало хп остается, вы максимально быстро таунтом на себя забираете. Сейчас смотрите, я расскажу, кто первый, второй, третий танчит. Поклонский, ты первый, на тебе рядом с нас работает, Славик, ты забираешь. Танчишь, там прожимаешься. Незабываемость можешь отдать, чтобы наверняка. Дальше Макгрегор, ты. Каждый раз, когда вы босса на себя забираете, вы прожимаете какую-то одну мощную дефобилку. Если нету незабываемости, жмете клык, там ключ, кровоотвод. Ну, короче, чтобы вас не шопнуло. Далее, смотри, Трисия, кидаешь, короче, на Вайда эту частицу. Попер кидает на Поклонского. И хилим с тобой вдвоем, я Макгрегор, и ты Шурупца. Так, смотрите, Поклонский первый, Славик второй, Макгрегор третий, Шурупец, ты четвертый. Главное вам вовремя таунт, короче, нажать, чтобы действующего танка не ваншотнул. Все, а весь рейд в это время играет в главную руку. Правая написано. Я ставлю кружочек. Прям с пула сразу туда врываетесь и начинаете бить. Так, Саня, ты там в хапале, надеюсь? Дайте, пожалуйста, локу фулл баф. Всем фулл-баф. Привет. Здорово. Здорово. Так, залейте Конскюрит и Ильнур в Триси, эти два инера залейте ему. Идите все, ребята, в синий квадрат, но ничего не тыкайте. На команде вперед пойдут только Поклонский. Три танка останутся позади. Чуть позади. Давайте сейчас чеку на ФК на готовность и пойдем. Интеллект. Все, давайте, не спите. Готовьте, извиняюсь, Поклонский пошел и весь рейд следом за ним. Пойдем, пойдем, пойдем. Хилы, хилы. Все, забирай слайд. Играйте в руку. Делаем, стараемся без смертей. Там Славик дебаф получит, заберешь Макгрегор. Добро, да. Там Тислав. Пойду, драй. Руку не бейте, главную руку слили, играйте в босса. Там Макгрегор. Кто там, Шурупец, сейчас, по-моему? ПП забирай. Нажимай кнопку его. Давайте попробуем руку слить или что? Не будем пробовать? Ну ты говорили, в объем либо... Да, давайте сольем эту руку, у нас есть время. Давайте руку сольем, левую руку. Прямо сейчас бейте. Забейте на ЗП. Ориентируйтесь, танки сами. Давай Геру. Два Геру прямо сейчас. Два Геру. Забирай. И в другую руку. В другую руку, максимально быстро. Переключились. Один танк. В другую руку. Блять, он танков забрал. Что-то там прожми бабл или боб. Играем, играем, ребята. Блять, он меня схватил в эту залупу. Грегор, сейчас.
Грек, забирай там. Все забрал. Босса забирай. Играем в босса прямо сейчас. Грегора. Кирилл Грегора. Калагарна играйте. Играйте в босс. Да. Надеюсь, не ваншотнет сейчас никого. Это обычно было. Все, молодцы. Молодцы. Ебучку Калагарна рассадили. Короче, сейчас тут тоже бессмертие попробуем сделать. И вниз пока не спускайтесь. Группе коневу персонального пароль там кто-то. Юна, забирай. Я обратно в ДТ, короче, да? Волкер, дай мне этого. Его там называют ответственным. Так, смотрите, тут будет два танка. Войд на боссе, Поклонский и Макгрегор. Ой, и Шурупец. Три танка. Макгрегор, ты можешь скакаться в ДД. Давай трэш убьем. Почти. Это я туплю, сори. Так, Аюна. Аж сагрели наверх. Поднялись, спиной повернули и убивают. Левую руку, ребята, там рольте. Пойду увиду, кто-то там рольте. Пестик тканево. Ничего, что надо двоих бить, не? И одновременно типа убить. Станьте, станьте, вот он вырос. Кружочек, станьте половины по очереди. Перку рольте все. Трлют. Потом падал забахать их прямо сейчас. Сейчас объясню, что будем делать. Кошек с пула будем сливать. Милики, вы сразу не вырываетесь. Даете секунды 4. Так, теперь идите, два танка за мной. Все, как обычно у нас будет. Две кошки снизу, 4 кошки снизу танчатся. Босс наверху. Так, Славик, ты будешь босса танчить там наверху, как обычно. Шурупец, ты в танке, надеюсь, иди сюда. Ты будешь двух кошек вот тут вот держать. Попой к этому бордюру. Вот примерно тут. Все, дальше мне надо отходить. Иди, поклоныч, сюда. Ты будешь тут сугроба. Интеллект. Тут будешь у сугроба танчить. Попой тоже, чтобы сюда две кошки смотрели. Два танка, которые внизу, Шурупец и Поклонская, по две кошки на себя берете. Ставлю на них метки на кошек. В приоритете агро держите на той кошке, на которой метка. И все милики и РДДшки потихоньку вливаетесь. С пула никто кошек не бейте. Дайте там танкам 4-5 секунды нагреть. Все, весь рейд будет стоять тут в метке у нас. Идите сюда прямо сейчас, в синий квадратик. Фиры, смотрите, Кокосина прямо сейчас на Вайда вешай. Кригер вешай на Поклонского. Вар ни к чем на тебе, короче, два коста будут, слышишь? Я на чекаю, на ФК на готовность, сейчас босс подойдет, будем начинать. Ни к чем. Ни к чем, слышишь? Нет, все, отлично. Можешь прожимать заранее. Маги можете глыбу, короче, прожать. И сбить каст. Главное, два каста сбейте. Тут у типка обновишь, на второй антифир по выйду, короче. Кинешь? После первого страха. Смотрите, по моей команде, мы бы сейчас все стоим в метке и сливаем кошек. Все, забирайте, забирайте, забирайте танки. Играйте в кошек. Все, РДДшки, играйте в кошек. Филики, давайте врывайтесь. Ты поставил на танков. Выбирайте. Давайте прямо сейчас массу. Давайте. Мы стоим в синем квадратике. В синем квадратике. Все перед мордой у босса вставайте.
Смотрите, ребята, по моей команде мы побежим к выходу, к лестницам туда, потому что там будет луч. Так, сбивай, сбивай. Все, отлично. Давайте в синий квадрат обратно. Сейчас по моей команде АОЕ дадите под босса. Так, подготовьтесь. Сейчас трэш полезет. Секунду, по-моему. Давайте АОЕ под босса. И по моей команде побежим вправо туда, к лестнице. Готовьтесь. Все танки вы играете точечными таунтами в этого, в кошка. Все, побежали вправо. Уходим, уходим, уходим. Ребят, побежали далеко. И давайте, забирайте. Следующий танк. Ой, да. Таун, 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 жми. И на рейд поворачивай. Давайте, сыграли в дикого. Все, отлично. Добивайте, добивайте. Скалхилим. Давайте в синий квадратик все. Все в синий квадрат. Опять в ТТ мы вернулись, откуда начали. АОЕ под босса дали? Только поверни на нас. Все танки свободные стоят возле той лужи темной. Оттуда появится, скорее всего, дикий защитник. Квадрат. Считай, все не квадрат, ребята. Да-да-да-да-да, ребята, в квадрат все, это очень важно. Следующий каст маги, готовьтесь сбить. Вот забирай, забирай его. Забирай. Дикого играйте, в дикого. Хилим. Не успели. Играйте в дикого. И босса добивайте. Сейчас это опять АОЕ под босса. Все, добивайте, идем на Хадира. Нур, дашь ему БР. Ну, Дотти. Сбивайте. Сбить. Хочу умирать, мама. Там, короче, никто не сбивает каст. Помары должны сбивать. Но всегда не могут, наверное. Три каста сбивают, все, большинство. Магом сбиваешь каст. Смотри, там глыбу во время эфира жмешь. Потом снимаешь ее. И контрспелом. По идее, должно сбить. У нас рога есть, рога может сбивать. Так, крути плащик на танка. Большого не агрите, у нас тут лоу хп много людей. Ткани выступник убирать. А дай интерлюду там повозят. Че, ладно. И сверху забирать. А чё это? 91 отдал. Айхан ставил. Бежали бить трэш. А у нас хан поймет. Не агресс, укроп интерлют. Это не я. Да, я чё-то. А, удиали. Сейчас назад, пожалуйста, там трэш согрели. Встаньте прямо на сугроб на этот и массой заливайте. Побежали вперед. Вот слева сугроб, слева. На него наступайте, он не работает. Все, ешьте, массы заливайте. Бейте мелкий трэш. Большого добейте. Thank you.
Где сейчас все синий квадрат? Это очень важно. В идеале. Не согрей сугроб. Иди а сюда. Ее брать не будешь? Тактик не знаю. Не знаю. Ну я если что могу ей пикнуть в один канал, к ней посидеть, да и все. Окей. С этого босса пройдем. Еще выберу. Все синий квадрат. Сугроб, оббегайте. Он летает, Маюна. Один синий квадрат. Убил. Копер. На мне метка. Так, присмотрите, очень важный босс. Интересная ачивка. Касаемо этого босса. Будет один танк, Войд. Все остальные стыкайтесь в ДД. Три хила. Три сейчас идут у типка жрец, ПД и ПП. А секунду. Ты сзади трэш, сзади трэш, помогите, могу. Это пати еды. Аюна, спасибо, что трэш приводишь к нам. Это да и пати. Мне там пати хочет. Да, но она появилась новая подружка. Да не, я не хочу долго сидеть. Но я от подружек никогда не отказываюсь. Так, один танк, Войд, 4 хила. Смотрите, друиды, если на вас кидается фростнова маговская, вы меняете форму. С вас, с друидов, никто никогда не диспелит. Теперь попрошу престов, всех шаманов, паладинов, выносить на панель диспелящие всякие обилки. Массовое рассеивание, там точечное очищение. И фреймы по возможности выносите. Вам необходимо диспелить фростнову, которая будет кидать маг. О, этот босс. Так, жрец ПД. Залейте два друида. Консур это Ельнор, жрец ПД ману. Рыбку поставьте, покушаем, будем начинать. Ельнор, ты тут? Да. Крестик, по вам еще бафнут, а все. Я рыба. Ставьте рыбку кто-то. Или передайте мне, у кого я себе поставлю. Папироби. Слышишь, не бери ее пока. Чё? Шеннон. Лобоса без нее убьем. Ну хорошо, после этого лобоса какой-то дали за самолет. Вот слева рыбка стоит кушать. Сейчас Эльнора подождем. Так а что там прыгать надо? Три стака не собрать или что? Да, смотрите, теперь что касаемо боя. На протяжении всего трая вы должны постоянно двигаться. Вообще не должны стоять. Если вы что-то делаете неправильно, на вас появляется дебаф Трескучий Мороз, по-моему, так он называется. Чтобы он спал, вам нужно просто из стороны в сторону, либо вперед-назад двинуться хаотично, не останавливаясь. Просто бегайте и дамажите. Так, все склепы, которые будут появляться, их залить. Вальнур, подходи, там сугробы главное не агрить. Далее, значит, смотрите, будет две метки, одна маленькая, вторая метка большая. Из обеих меток постоянно выходим. По моей команде в большие забегаем. Это во время трая все озвучу. Кто-то ничего не знает, просто из стороны в сторону двигайся за квадратиком, за синим и все. За грузом своим, ребята, тоже следить. Давайте последний чек. Начинать. Ильнур, ты слева сейчас все склепы разбиваешь, а конскюрит справа. Скажи, чтобы в этом особо тоже двигались. Как танк, смотри, Славик, ты тоже все эти бафы положительно собираешь. И босса во время большой метки заводишь туда, где очень много склепов, чтобы мы массы залили. Все, давайте, Славик, иди начинай. Только один Слава идет вперед. Разбивайте все вспышки. Эти босс. Вперед двигайся. Идеально. Вам двигайтесь постоянно. Будет грозовая туча, написано там на ком-то будет она на мне. Вот, подходите к нему, получайте дебаф. Хороший очень. И вставайте в столбик неба. Только двигайтесь, двигайтесь, алло. Двигайтесь постоянно, да. Постоянно в движении находимся. Ничего сложного.
из этих из мелких меток постоянно выбегаем. Сейчас скоро будут на полу большие метки, от них отходим недалеко. Потом по моей команде надо будет забегать в них. Вот отошли от больших меток недалеко. Синий квадратик примерно. Сейчас вот забежали. И тут не стоим, двигаемся стороны в сторону, двигаемся тут. Двигаемся, двигаемся. Ты далее, а я туда. Много склепов. Боссов там очень много столбиков. Нихуя себе. Лол. Сейчас, наверное, лапнемся, скорее всего. Блять. Есть что такое? Ещё раз. Берете, берете, Слава. Да ну нахуй. Ебать. Пиздец. Выбежали. Забежали. Боссы в ульдуаре работают. Класс. Охуеть просто. Че, не тяните время, падайте, не хилите. Сосулька, блядь. Так а что случилось? Там умер, да? Четыре хила захилить не могут. Да там что-то минута 50, секунда 57, что-то странное, мягко. А чем мы попадали, я не понял. Да я вам. Что так? 32 тысячи, 21 тысяча. Ушел, но так же. За чего там убил? Лим, кините архив. Это да в идеале просто. 1,5 секунды. Вам удали. Шкаф поставь. Не заходите в инст, пока не вешайте КД. Кто там еще не умер? Умирайте, ребят. Да я бы рад, но я в глыбе, а нет, все умер. Что теперь спить? Что-то сделали, что ли, или что? Починили, ебать. Сказали, льда должна убиваться в шмоте 6.4. Не меньше. По-моему, обвалившаяся галерея. Портал. А куда тут бот нажимать? Обвалившаяся галерея, портал. Было бы прикольно, если бы у льдов мили тут ссылка примерно уровня. Чтобы в нашем шмоте было нормально любить как раз. Не, ну на самом деле она тут апнута очень хорошо. Допустим, взять этого же защитника, кошатницы. Он появляется и фулгерного танка под прожимками почти убивает. Тут хватает своих приколюх. Калагарн постоянно тоже танков фулгерных ваншотает. Не знаю, как вот сейчас мы сделали без когтей. Творим какие-то чудо. О, Творим, да, там. Тоже, кстати, в 4 танка сейчас попробуем сделать. Смертей. Короче, тут, кстати, все синие квадратики. Славу дождем, у нас тут черви появились. Вот пробежал по сугробу, вот и танкуешь, блядь. Эти мелики кто-то похилил вас. Заберите. Вперед не идите. Объем этих реснем и пойдем. Славик придет забирать. Что вы делаете? Зачем агрить? Я же не говорил вам агрить. Умирайте сейчас. Сзади еще, по-моему, да? Бежит. Чурите. Интересно. Надо вас убивать.
Ты зачем ты требуешь от людей тактики? Ты же все равно объяснишь. Кто вылезли? Сзади. Вики. Так, отец, мне что-то хорошее? Наверное, здесь тут пиздец. Боб дал все шанс. Кожа тьма. Так что не скинете, пацаны?